И муравьи, конечно же, оберегают своих дойных коров, и они отгоняют вот этих естественных врагов тли. Но даже если мы уничтожим всех муравьев, это не значит, что все журчалки, все личинки златоглазок набросятся на тлю и съедят ее. Не получается. Да, одна личинка может съесть там до 200 особей тли, но я никогда не наблюдал в массе такое огромное количество личинок, чтобы они прямо вот взяли и очистили дерево или куст от тли. Так, к сожалению, не получается. Что если вас действительно докучает тля, то нужно бороться не с муравьями, а бороться нужно именно с тлей.